Но сегодня Оля меня попросила рассказать свою историю, и хочу с вами познакомиться. Во-первых, зовут меня Любовь Самсонова, проживаю я в Ленинградской области Санкт-Петербурга, живу в собственном доме, так же, как и Оля, природа рядом со мной. Но вот сегодня я не пошла на природу, потому что в данный момент и муж уехал из дома, и поэтому мы будем, как бы говоря, в доме в тишине, потому что там частенько косят траву. У Оли там вообще тишина, у меня нет. Значит, я по образованию инженер-экономист, очень много лет проработала, как вчера посчитала, когда дали задание, да, просчитать, и все, вспомнила своя жизнь вся. Почти 29 лет это я замдиректора или главный бухгалтер, финансист больших, огромных предприятий. Вот, и всегда, наверное, во мне руководители видели того человека, который очень трудолюбивый. Свои первые работы, первый вот, выход в профи, да, я также работала на предприятиях больших, естественно, за мной следили. И очень часто замечал именно директор меня, любого предприятия. И, наверное, это мне дало то, что я в своей жизни терпеливо, но трудолюбиво очень добивалась всего этого. Но это ладно, не об этом. И когда уже еще работая бухгалтерами, финансистами, я заметила, что есть такая компания. Я работала в компании омоложения, и я там стала строить структуру. И там я встретилась вот с тем спонсором, который меня подписал, и на тот момент он мне просто сказал, элементарно: Люба, если ты узнала о какой-то компании, обязательно простудируй ее всю, полностью просмотри ее маркетинг, посмотри ее руководителей. И только тогда ты принимай решение. И обычно я делала это в первые двое суток. И он точно так же мне говорил, первые двое суток – это день, ночь. Ты должна напролет просто оповестить всех своих знакомых, всех своих бывших партнеров о том, что появился тот или другой бизнес. И вот это у меня запало по жизни, это со мной рядом. Может об этом сказать Оля, потому что с Олей мы познакомились в октябре, нет, в сентябре прошлого года, 2019-го, и она знает, каким образом я в той компании товарной, да, начинала свой бизнес. Я ночами вырисовывала картинки и проставляла людей. Почему? Потому что сайт работал только ночью. И вот, наверное, то, что есть стремление к тому, чтобы организовать тот или иной бизнес для самой себя, естественно, меня и в этой компании таким же образом продвинул. Потому что когда я услышала, что меня сподвигнуло вообще войти в эту компанию, вот у всех у нас разное, как бы говоря, восприятие того или другого, той или другой информации, да, а я услышала о именно IT-продуктах. Дело в том, что 4 года назад я занималась IT-продуктами, и там я прошла большую школу. Мне очень много рассказали о том, где лежат деньги в IT-компаниях. Это в рекламах, это в играх и, естественно, в социальных играх. Вот то, что, вероятнее всего, у нас скоро появится с вами. Почему там огромные деньги? Потому что люди готовы тратить их именно для того, чтобы самому себе развлекаться. Мы это понимаем. Вот таким образом, когда Сергей мне вот это проговорил, я на каком-то таком вот быстром решении своем приняла это решение, да, хотя я не была готова, я не была знакома с Сергеем. Людмила Шевченко меня просто, как бы говоря, пришла в мой офис, в мой день, когда я работала, это наш был общий офис, и сказала: давай я тебя познакомлю с хорошим, приятным человеком, который знает хорошую информацию. Вот, все, что я на тот момент, как бы говоря, знала об этой компании, да ничего. Но решение мое было принято очень-очень быстро, потому что
от той информации, которую получаете и вы сейчас в нашей компании. Я такую же ее получила информацию. Но для меня было важным, что это вот именно игровые платформы, которые дают очень-очень большие деньги. Ну и давайте, наверное, скажу вам о том, что структура, любая структура может построиться от любого человека. Все зависит от его действий, да. Первое, что это знание, дальше отношение к своей работе. И второе – это действие. Третье – это действие. Если не будем действовать, то под лежачий камень ни доллар не течет, ни вода не течет, ничего. Поэтому главное – это действие. Но в то же время обязательно это знание. И вот то, что проводит вам Оля обучение, это просто шикарно, потому что у Оли я тоже учусь. Потому что мы все разные, и у нас Оля учится чему-то у меня. Вот таким образом, как бы говоря, я вам рассказала свою историю, может быть, конечно, не все, потому что, ну, время у нас ограничено. Сегодня у нас очень хороший промоушен, который, конечно, сегодня уже заканчивается. И поэтому всем вам я очень хочу пожелать, вот как я начинала, да, 4 лично приглашенных, и далее я помогала этим людям. Я помогала так, что у меня сейчас личный мой человек, который пришел вместе со мной в один и тот же день, его заработная плата сейчас, зарплата, да, или, как мы говорим, бонус, в 2 раза выше, чем мой. И я этому очень рада. Только почему? Потому что у компании построен такой маркетинг, что мне выгодно помогать любому 5-му, 6-му, 7-му, 8-му уровню, независимо от того, где вы начинаете развиваться. И так будет у вас. Почему? Потому что есть закон Паретто, никто не отменял. 80% — это люди, которые зашли, чтобы посмотреть, а что будет и будет ли вообще. Так вот, скажу вам, в этой компании будет, есть, и уже замечательные те деньги, которые здесь получаем все мы. Скажу вам так, у меня, конечно, было такое состояние, что было очень много обязательств, которые я должна была погасить. И я, работая в 2 даже компаниях именно с товаром, не смогла заработать таких денег, чтобы погасить все те долги, которые у меня были, да, те обязательства закрыть перед банками, перед друзьями, перед родственниками. Вот, на данный момент у меня этих обязательств уже нет, я свободный человек, и я вам всем просто желаю, чтобы вы были такие же свободные. Почему? Потому что вот обязательства, они очень-очень тяготят. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а вот 44 200 поступили на карту. Вот понимаете, когда вот такое уже состояние, я не кичусь этим, но я хочу вам сказать, что придите к этому состоянию, мы готовы вам помогать. Ну, наверное, моя история на этом, как бы говоря, закончилась. Если хотите, пожалуйста, я на вопросы отвечу, какие у вас есть. Если есть. Олюшка. Да, Любовь, спасибо огромное. Ну, вот как ты... Я понимаю, что ты хороший психолог. Я понимаю, что ты очень щедрый, от души искренний человек, но люди разные, и касания бывают разные. Вот как, когда вы только с Татьяной начинали в декабре и в январе, как ты делала... приглашение, что ты говорила, потому что тогда еще не было того результата. Ты сейчас, можно сказать, да, ребят, я там на 1 000 000 закрыла долгов и так далее, это супер. Но тогда-то вот только было начало. Вот большинство из тех, кто сейчас здесь, есть даже у некоторых большие потенциальные бонусы, там в 2-3 тысячи евро. Нет еще ни одного лично приглашенного партнера. А есть те, кто только пришли, но у них, допустим, 1 или 2 партнера, но еще нету потенциального бонуса. Вот общение с другими людьми, подача.
А я проводила презентации, я стояла, как бы говоря, на сцене уже с первых дней, Оля. Практически. Почему? Потому что вот я уже сказала, что я первые 3 дня изучаю компанию досконально. Я пытаюсь разобраться во всем маркетинге. И дальше, когда выходишь на сцену, ты уже через себя пропустив эту информацию, ты ее уже даешь немножко по-другому, да? Естественно, она идет уже от души. Даже если я что-то забыла, даже если я что-то сказала не так, да? Но если у тебя есть, как бы говоря, вот эта энергетика, она, естественно, идет уже по-другому. Потом с Татьяной мы знакомы очень давно. Это первый человек, который меня привел в сеть практически, да, через другого человека. И в основном я всегда была, она была у меня как бы или спонсором, или вторым спонсором, да. Вот. Но в этот момент просто она, зная, что я знаю очень много по компьютерам, по именно связано, что связано с интернетом, вот таким образом мы зацепили. А дальше я вот в какой-то момент просто начала помогать тем, кто пришел за мной. А даже оставив свою личную выгоду, да, подписывать как можно больше личников, личников, личников. Почему и получилось, что у меня очень большая структура, с одной стороны. Всем, дай бог, вам иметь такую большую структуру, но именно вот эти проводила презентации за круглым столом. Самое главное – пропустить через себя информацию и понять, что у вас лежит в интернете, в вашем именно компьютере, именно в вашем аккаунте. Я прочитала все новости, начиная с января месяца 2019 года. Я их просмотрела, я их проанализировала, я выписала. Все, что мне было интересно, все цитаты были выписаны. И вот таким образом мы потихонечку. Ты знаешь, что я не интернетный человек, и ты меня научила выходить именно в эфир. Помнишь мои первые эфиры, да? Вот, это ты такой золотой человечек у нас. Спасибо тебе большое. Потому что, ну, были когда-то там, что-то было такое один раз, где-то гуляет там в интернете моя запись. Но я не такой человек. Я чисто домашний, чисто вот офлайн, да? Потому что встречи обычно проводила таким образом. Вот и так вот. Пошло, зацепило. Ну, а дальше у тебя были холодные, совсем холодные люди, к которым вы, допустим, с Татьяной там приезжали в офис или что-то вот делали? Вот есть же у нас, да, дамы, у которых не получается в интернете и посты писать, либо нет фотографий, либо еще что-то, но в городе есть, к примеру, офисы, там, не знаю, Тиньши, Тянды, да. Еще что-нибудь. Вот как? Ну, у меня есть такая Леночка Березина, это тоже мой личник, это те люди. Ну, во-первых, я выбирала, можно сказать, да, и случайно получилось, она в этот же день приехала, но мы с ней очень тоже давно работаем, и это человек-танк. Вот у нее такая же мотивация, как у Тани Морозовой. Чек Тани Морозовой в 2 раза выше, я уже сказала, чем мой, но только потому, что я приложила хорошие усилия, помогла ей именно в регистрации, именно в проплате, потому что на тот момент Татьяна больше говорила, да, больше мотиватор, больше встреч было проведено и все остальное. И, естественно, запустив этот механизм, мы уже дальше начали развиваться. Тогда, когда на корону посадили, мы уже развивались в интернете. Но эти касания были, естественно, приходили разные люди, приходили холодные контакты, приходили старые друзья. Но вы знаете, вот как-то хочется выбрать для себя уже тех людей, которых ты понимаешь, им это надо. Если этот человек живет в шоколаде, и ему уже это не надо. Есть очень много знакомых, у которых хорошие мужья, у которых много денег, у них сейчас большие структуры, с одной стороны, но они ничего не делают. Почему? Ну, потому что у них есть за спиной, как бы говоря, хорошая стена, да, есть определенные деньги. И человек ленив по своей сути. А что у нас с вами нужно сделать? 3-й пункт – это действие. Если человек делает эти действия, значит, он идет дальше. Поэтому вот таким образом я считаю, что нужно развиваться именно в MLM. Потому что, да, здесь нам нужно что сделать? Нужно себя поднять за шкирку. И сказать, это надо сделать.
это нужно сделать. Нужно сделать звонки, нужно позвонить. Нужно помочь всем тем, кто за вами пошел. И если вы это будете делать активно, значит, это будет результатом. Так что вот так вот где-то примерно. Ну, это супер. Но вот, ребят, я вам скажу по секрету, поскольку доступ к телу есть, да, я иногда вижу кабинет Любови, и в какой-то момент я увидела, что там потенциальный бонус, но в переводе на русский, 28 миллионов рублей. 28 миллионов рублей. Ну, казалось бы, да, вот сейчас для чего выходить в эфир, проводить презентации, все идет хорошо, обе структуры работают, это потенциальный бонус, который попадет на счет в любом случае. Что сейчас движет, Люба? О, а ты знаешь, уже движет интерес, потому что это уже интересно. Это становится, потому что очень много людей приходят, они все разные. Мы даже вчера вот шли гуляли с мужем, я говорю, у меня такие вопросы иногда задают, но еще никого не пригласили, вдруг звонят, а почему вот компания так делает, почему вот, вот эта смс-ка не приходит для того, чтобы войти в кабинет, а вот мне кабинет не открыть. Я говорю, столько вопросов и столько просьб о чем-то переделать. Да, ребята, вы сами-то поймите, изучите это, начните действовать. Компания для вас сделала такое, потому что даже сайт, вот сколько я работала в каких компаниях, таких сайтов нету. Понимаете? Ее внутренность. Я бухгалтер, я вижу все. Помнишь, я тебе сказала, Оля, записывай результаты каждый день. Почему это нужно делать? Независимо, ноль у тебя сегодня или что-то упало. Вот почему? Потому что это тебя стимулирует дальше работать. Это тебя... А в то же время ты отвечаешь на вопросы. А что я сделала для того, чтобы не было, был не ноль? Что я сделала? Позвонила, с кем-то переговорила, кому-то помогла. Сейчас в данной ситуации приглашения есть свои личные, и есть, естественно, больше уже работы со структурой. Вот таким образом. Ну, примерно так. Не слышу, Оля, тебя. Да, можно супер, вопрос? Да, Дима, пожалуйста. Если бы сейчас ты стартовала вот с нуля, вот прямо сейчас ты регистрируешься и стартуешь, расскажи, пожалуйста, твою стратегию, опираясь на тот опыт позитивный и негативный, который у тебя есть, да, ну, как бы ошибки, которые ты делала. Скажи ту стратегию, с которой бы ты сейчас начинала ближайшие несколько месяцев. На что бы ты обратила внимание? На матчик-бонус, к примеру, или на, скажем, то есть на реальные деньги и те, которые как бы перспективные деньги. На что бы ты делала упор в развитии своей карьеры сейчас? Ну, скажу вам так, если бы я сейчас подписывала, значит, первое, что всегда делаю я в любую компанию, в которую я вхожу, изучила полностью весь материал, весь, как бы говоря, всю подноготную компанию, проверила и посмотрела, какая стратегия здесь нужна. Так как я работала в бинарах до этого, и я знаю, что такое большая нога, и я прекрасно понимаю, что такое маленькая нога, личная, да, поэтому выстроила бы я сейчас так, как мы рекомендуем, 3-1. То есть 3 человека вы ставите или в спонсорскую, или в личную. Это ваш вопрос. Лена Березина у меня поставила в личку 3 человека. Вот теперь ей, представляете, как обидно. Вот чтобы не было обидно, лучше сделать, как сделала я. Я 3 поставила сразу же в спонсорскую. И это привело к какому-то определенному хорошему результату. Почему? Объясняю. Потому что, когда у вас, да, огромная большая нога. Скажите, пожалуйста, вам захочется туда ставить личников? Конечно же нет. Почему? Потому что вы больше всего денег получаете с малой ноги. То ли с правой, то ли с левой. А вы не забывайте, что когда человек приходит к 20 тысячам евро в неделю, да, то компания его начинает ограничивать. Если он заработал 30, то он получит только 20. Почему? Потому что есть соотношение ног. И в спонсорской ноге там тоже должны
быть рабочие люди, а не сын, брат, сват. Поэтому для меня я выполнила то условие. Ну, как бы говоря, у меня директора уже есть там, и менеджеры есть. Поэтому вот так бы я выстраивала, если я бы начинала сейчас. 3:1. Спонсорскую сразу ставите хороших людей. Дмитрий, ты сделал правильно. Мы с тобой об этом уже говорили. Почему? Потому что у тебя есть хороший задел, и вот ты постоянно будешь получать 1:3. И своих также партнеров учи этому же. Понятно, да? Вот как у меня еще произошло, я бы так же сделала и сейчас. Мои партнеры первые зашли на 99 евро. Причем некоторые в долг заходили. Я спонсировала и таким образом, как бы говоря, понимала, я понимала просто, я видела потенциал этого человека. Поэтому если вы видите этот потенциал, делайте то же самое. Это вам вернется сторицей. И когда мы подходили к 14 дню, я звоню девочкам и говорю: девчонки, а ведь будете делать апгрейд наверняка. Они зашли все на 99. И все девчонки сделали апгрейд на 200. И стали пакетами черными. Я получила бонус 375 евро. Не 125, а 375. Но мы, да, мы долго, как говорится, вот к этому, вот эти 13 или 12 дней, мы еще разбирались долго, там проверяли, как правильно поставить. Дальше то, что сказал нам Сергей Кочерин, это 20 лично приглашенных. Для меня была поставлена цель, и я это делала. Есть у меня, конечно, здесь племянники мои, которые пока только присматриваются, но зарегистрированные. Я выполняла, как бы говоря, те условия, которые, чтобы по Титану мне сделать матчинг-бонус. Всем вам советую. Почему? Потому что я даже сама не предполагала, что он может быть таким большим. Все, что делаете вы, для меня это определенные деньги. Дима, я шла на идею, я уже сказала об этом, я шла на ту идею, которая была озвучена Сергеем Кочериным, да, именно то, что это информационный и то, что это игровая платформа, зная о том, что там очень много денег, как рекламных, так и прибыль от того, что проходит в этих компаниях. Ну вот примерно так. И действия мои бы были сейчас... Да, я приглашала бы сетевиков, я бы пошла по этой стезе. Почему? Потому что очень трудно работать с теми, кто, конечно, ну, как я говорю, чайник, да. Почему? Потому что эти люди, ну, у них другие немножко цели и задачи. Почему я считаю, что в нашу компанию можно приглашать и нужно приглашать тех людей, которые понимают, куда они идут? Ведь вы же знаете, нас очень редко сетевиков поддерживают наши же родственники. И что они говорят? Ой, она там какие-то деньги получает. Ну, наверное, кого-то разводит. Вот понимаете, это понятие, вот сейчас, наверное, когда прошла вот эта коронавирус, они поняли все, что в интернете, оказывается, можно зарабатывать деньги. И очень приличные деньги. Вот где-то примерно так. Сейчас другая ситуация, и я считаю, что сейчас вот можно уже приглашать, в принципе, всех. Почему? Потому что сейчас посмотрю, есть ли мои здесь личники. Да, вот Элочка есть с Израиля, она меня очень давно знает, и может сказать, что мы прошли огонь и воду и медные трубы, но это опыт. Я всегда считаю, что проходя какие-то кампании, где-то удачные, где-то неудачные, мы проходим определенный опыт. Опыт тот, который нам дает что? Развитие и наши действия. Вот так примерно, Димочка, я тебе бы ответила. Спасибо. Да, если пожалуйста. Ни у кого нет вопроса, я еще хочу задать один вопрос. Можно? Да, хорошо.
Значит, у меня такой вопрос, конкретно на землю спустимся. Сколько я должен проводить презентаций личных для моего новичка? То есть я же не могу это делать всю жизнь за него. Сколько? 10-15 презентаций я должен провести для него и, ну, как бы выстраивая ему первую линию? Дим, но здесь я тебе так хочу сказать. Во-первых, работаем только с теми людьми, которые стучатся к тебе. Тот, кто лежачий, ну, два раза позвонила и отпустила. Потому что человека не заставишь действовать, если он сам этого не хочет. Во-вторых, если человек уже начал работать, то это естественно. Я делала таким образом. У меня была маленькая презентация, коротенькая. Я говорила так. Пожалуйста, вот просто человек с улицы, да, постучался ко мне, давала маленькую презентацию, пожалуйста, посмотрите. И минут через 20 позвоните мне, я отвечу вам на все вопросы. И таким образом у нас получался контакт. Я отвечала на те вопросы, которые она задавала, и дальше человек сам принимал решение. Отпускала. Почему? Потому что то притянется, что ваше. Что не ваше, оно отпадет. Почему? Потому что я уже сейчас, и даже тогда, когда я только-только начинала, мне не хотелось бы брать в команду тех людей. Это же ваша система, это ваша структура. Это вы директор. Вы директор, как в любом предприятии. Понимаете? И, естественно, вы берите к себе в команду тех людей, которые готовы с вами работать, которые горят этим. Ну, у которых, как говорится, ну, надо. Надо действовать, потому что бездействие, оно ничего не даст. Вот таким образом. А 10-15, это с каждым, как говорится, индивидуально. Вот таким образом, Дима, где-то примерно хочу ответить тебе. Нет, ну, я имел в виду, а человеку, я читаю, месяц, другой, когда он реально вот должен начинать сам читать презентации? Вот что я хочу спросить. Если человек вообще не собирается читать презентации, Дима, самостоятельно... Дима, я через 3-4 дня, меня просто Качерин поставил к стенке и сказал, читай. Понимаешь? Это все зависит от человека, Дима. Поэтому, если ты сам берешь на себя одеяло, то ты его, естественно, и, как говорится, несешь дальше. Отпускай, разрешай, пусть при тебе начинает человек говорить. Не мешай ему, пусть он договорит до конца. Он все сказал, ты поправил. Вот когда ты сам отдашь эти права, я так делала. Ну, Таня, понятно, она самостоятельно, с Леной мы так же. Люба, расскажи сначала. Люба рассказывала, дальше Лена... Лена рассказывала, Люба добавляла. Вот таким образом, Дима. Если ты не будешь передавать права, нам же что нужно сделать с тобой? Научить. Научить как? Научить говорить. Вот другой вопрос. Есть, Дима, люди, которые не умеют вообще говорить. Тогда ты даешь презентации, и этого человека пускаешь по той системе, которая идет презентация, презентация, презентация. Но я своих людей говорю таким образом. Но простите, пожалуйста, вот дают, как бы говоря, такую информацию. Давать всем. Ну, нельзя давать всем. Есть люди, которые вообще не понимают сетевой. Есть люди, которые не понимают, что такое интернет. Я очень долго работала с глухонемыми. Я очень терпеливая. Я очень много работала с людьми, которым показывала, что такое телефон, как WhatsApp открыть, как туда загрузить что-то. Поэтому для меня это, знаете, как постоянная работа. И вот я вижу, Оля, вот она такая же, понимаете, она вам показывает, вот я еще этому тоже не научилась до конца, Инстаграм я не знаю. Но, Дим, все зависит от тебя. Если ты отпускаешь человека на самостоятельность, надо проверить, как он дает презентацию. Если он этого не делает, то это уже, как бы говоря, клиника называется, да? Тогда этому человеку надо помогать таким образом. Бывает у людей много знакомых, и он тебе дает, дает и дает. Вот тогда да, но он сам не сможет дать информации. Бывает. Дим, не знаю, ответила я тебе на вопрос.
Да, вопрос. Да, спасибо. Да. Да, я хочу открыть маленькую тайну. Не все знают, что у нас в команде есть незрячие ребята. Я вам не скажу, кто это, но поверьте, то, что они делают, это восхищает. Во-первых, они разобрались со всеми мессенджерами, легко заходят в Zoom-комнату, открывают микрофоны, создают телеграм-каналы, делают группу в ВК, общаются с людьми. Меня зовут, ну, периодически на трехсторонние переговоры, и у этих ребят уже есть личные партнеры. Они не видят, совсем не видят. И мы формируем вот такую группу для того, чтобы эти люди, которые ограничены возможности, как мы считаем, проявили свои неоднозначные способности для того, чтобы у них тоже сложился бизнес. Поэтому, если у кого-то все нормально, две руки, два глаза, видят все хорошо, задумайтесь, пожалуйста, об этом, что ребята делают порой гораздо больше, чем те, которые вот, ну, которых природа не обидела, скажем. Это да. Вот таким же образом я работала с глухонемыми, да, слабослышащими людьми. Это была очень большая команда, и скажу вам так, у них, для них мессенджер, вот для тех, кто плохо слышит, для них мессенджер — это просто кладезь. Почему? Потому что они общаются по всему миру. Вот я видела своих питерских, они включают мессенджер и начинают вот этими своими знаками, да, все это показывать. Но когда ты к ним привыкаешь уже, я уже, почему я говорю вот иногда медленно, не быстро, Ольга иногда проглатывает слова, ее иногда я уже сколько раз останавливаю, Оля, ну потише, ну потому что не все могут сразу же информацию схватить, а я привыкла к глухонемым, поэтому я вот потихонечку, как бы разжевывая каждое слово. Ну, потому что вот опыт большой, его не про, как говорится, ну, вот таким образом. Поэтому, ребята, это тоже хороший очень слой, который вы можете тоже притянуть в свои структуры. Хочу вам сказать еще то, что обычно... так как они все практически поддерживаются государством, они все очень богатые люди. Вы даже не подозреваете об этом, но так как я общалась с ними около 4 лет, я была у них в домах, я была у них на дачах и знаю, что это такое. Поэтому, ребята, вот скажу вам так, государство их поддерживает, поэтому они готовы работать, они такие же трудолюбивые, и, естественно, как бы говоря, их нельзя обижать, это точно. Поэтому я всегда относилась к ним очень трепетно и всегда сопровождала, вот как говорит Дима, сколько раз нужно прочитать презентацию, столько я читала. Давайте еще вопросы, потому что уже у нас с вами час прошел практически. А, нет, минут 30. Вот, но... У меня вопрос, Люба. Да, сегодня у нас как бы последний день нашего промо, да? Слушаю. Скажи, пожалуйста, значит, у меня была встреча с предпринимателем, и как бы это не первый раз, вот они наличные деньги, кэш понимают, что когда касается реворсов, для них это, ну, как бы вообще виртуал. Он говорит, понимаешь, я деньги, которые не могу взять, я не считаю это за деньги, они у вас просто нарисованы в кабинете. Сегодня одни есть, а завтра как бы нет. Только то, что я могу взять, снять завтра и так далее, вот, и для меня является как бы вот капиталом, деньгами оборотными и так далее. Скажи, как ты бы ответила на это возражение? Ну, обычно я предпринимателям говорю таким образом. Ведь вы смотрите, вот эта пандемия, она как раз показала то, что если у предпринимателя вложение только в один бизнес, у меня знакомый наш друг, очкарик, как мы его называем, да, у него бизнес в очки. Много магазинов всего. Вот эта пандемия просто опустила настолько, что он задумался сам, а куда бы надо вложить еще те деньги, которые он когда-то заработал, да, и так, чтобы они ему приносили доход. И вот здесь ты должен, как бы говоря, показать, наверное, что он может сделать. Вот недавно у меня такой пример был, наверное, Оля вам рассказывала, я не знаю,
пропустила эту информацию. Девочка зарабатывает хорошие деньги. И она говорит: Любаш, мне нужно проинвестировать. И я ей предложила, она у нас зашла в промо, вот в это промо, в первый день, когда оно открылось, я ей предложила вариант того, что она открывает свой бизнес на свои деньги в размере 3600 евро. Что было предложено? Покупка белого пакета на 100, переход на черный, покупка золотого пакета, ну, то есть 500, да, она перешла на Титан. И дальше Титан Про. Вот таким образом она стала на Титан Про, и мы договорились, она дает мне 15 человек. Эти 15 человек были подписаны в ее структуру. Что она мне сказала? У меня большое количество людей, которые готовы этот бизнес развивать. Я говорю, принимай решение сама. Но у них на, у нее на все вот эти позиции 15 партнеров по 100, которые стали 200, есть еще свободные вот эти билеты золотые, да, у каждого. И вот она сейчас эти билеты просто кому-то даст, кому-то продаст. Она сказала, я буду принимать решение сама. И она запустит свой бизнес. У нее 11 с этой стороны и 4 с этой. Если вы посчитаете, то есть я математически просчитала, 11 поставила во внутреннюю ногу, да, в личку, и 4 в спонсорскую. Она получает бонус, она сейчас получит бонус быстрого старта, да, она получит всего лишь 125, но при этом она может запустить свое предприятие. Правильно? Каким образом? Отдав тот или иной бизнес-место для своего человека, который будет ей развивать структуру. Вот таким образом. Таким же образом можно и что у нее получается? Стримлайн-бонус, когда она приходит к определенной сумме уже подписанных под ней человек, она получает стримлайн-бонус по 15, по 14 уровню, где 14 уровень, 14 черных билетов, ну, 14 черных пакетов. Вот таким образом я ей показала, каким образом она может поднять свои реверсы, а далее, естественно, уже получать. Ну, а то, что они говорят о том, что они хотят сразу живые деньги, ну, это только в пирамидах, там, где проценты платят, раз. Во-вторых, а ведь... У нас есть история, вот вы не поверите, у меня есть такая Наташа Кузовникова. В 2000 году, Google когда организовался, ей также приехали из Москвы и предложили на 2000 купить этих долей. Она тогда отказалась. Почему? Потому что человек ей не смог объяснить, что такое Google. А сейчас мы с вами Гуглом пользуемся только так. Вот она... как бы говоря, несостоявшийся миллионерша. Почему? Деньги были. Но она говорит, мне человек не донес полностью информацию. Он мне не объяснил, откуда будут деньги. А ведь Google практически 8 лет не платил и только потом начал платить дивиденды. Сейчас это шикарное, как говорится, уже те деньги, которые приходят. Ну и я вам рассказывала, по-моему, могу рассказать еще раз, встреча случайно в гостинице Октябрьской. Мы встретили женщину, которая, да, вот просто познакомились, холодный контакт, разговорились о том, о сём. Узнали, что она приехала с мужем. Муж, научный сотрудник, приехал здесь давать презентацию чего-то там, не знаю. А она с ним в сопровождении. Мы когда стали ей рассказывать про IT-компанию, как раз мы рассказывали, на что она нам сказала? Вот мой муж имеет брата родного, он пьяница. Но на тот момент, когда пришла к ним девушка и стала рассказывать про Яндекс, и что можно купить Яндекс акции, тогда на тот момент, по-моему, были акции, а может быть, тоже право владения, не знаю, точно брать не буду. Он говорит, я все равно пропью, на, возьми эти деньги, пусть они вот там будут, только ты мне документы принеси.
На что ее муж, ученый, ответил: я в эту хрень не верю. Извините за такое выражение. И сама же женщина нам ответ дала. Вы поймите, вот он сейчас миллионер, потому что он получает дивиденды яндексовские. А мой муж, вот как был ученым, так и есть ученым. Ну, вы сами знаете, на тот момент, это было 4 года назад, в науке у нас денег много не платили. Вот вам, пожалуйста, иногда такие ситуации, которые мы по жизни проходим, они нам подсказывают, что делать, куда идти, куда двигаться. Поэтому этим ребятам, ну, как любым предпринимателям, скажите, пожалуйста, сколько у наших миллионеров, которые мы знаем, да, которые по телевизору у нас светятся, вы же не знаете, в скольких компаниях у них лежат деньги. В английской школе по обучению бизнеса рекомендовано 11 направлений. Почему? Один провалился, другой поднялся, третий на нуле. И вот это общее все дает какой-то плюс. Вот коронавирус как раз показал. Ну, вот, наверное, так где-то. Оля, я могу говорить долго. Я могу добавить, Дим, знаешь, да, как я еще с такими разговариваю, конечно, я их спрашиваю, про биткоин что-нибудь слышали? Да. А сколько он лет примерно, вот, ну, как вы знаете о нем, сколько? Он там говорит, ну, год, ну, два. Я говорю, хорошо, 11 лет биткоину. Он когда-то не стоил ничего, сейчас это большие деньги, на этом сделаны миллионы, за него продают и покупают. Что-то у меня сегодня гаснет. И квартиры, автомобили, яхты и так далее. То есть люди на него живут, Microsoft платит на него зарплату, вы об этом знали? Нет, ну, как бы это от меня далеко. Хорошо. А помните компанию Kodak? Помните, как мы бегали все в салоны, пленки покупали, там специальные аппараты смотрели, мы приезжали с моря с девчонками, у меня там 5 кассет, блин, 36 кадров, просматриваешь, заказываешь, тебе сколько там это, помните Kodak, да? А в салоны, в магазины, пленка. Они знали о том, что они, мягко скажем, свернут свое производство с приходом смартфонов? Они не подозревали. Это что называется, то, что нельзя подержать фотографию в руках. Да? И так же, как Nokia. Почему Nokia ушла с рынка? Потому что сказали, что мы не будем выпускать смартфоны, все будут пользоваться кнопочными телефонами, все здорово. Что сейчас пришли? Смена технологий, Дим, если они будут готовы услышать, и то, что это игра в долгую, и здесь нет вложений 10, 15 или 20 тысяч долларов, как мы говорим про создание капитала, да, если ты хочешь, чтобы тебе там шли проценты в месяц, то почему бы не попробовать? Это небольшие деньги. Да, ты их сейчас не попробуешь, но это будут дивиденды, которые тебе принесут доход. Ну вот, я как-то так вот с ними разговариваю. Я все равно настаиваю, у меня еще есть вопросы к Любе. Да. Люба, скажи, пожалуйста, вот ну, часто на встречах даже те люди, которые, ну, скажем, разумно подходят к предложению деловому, все равно, прослушав информацию, они говорят, ребята, все равно я не вижу тут продуктов. То есть реально по маркетингу вам выплачивают деньги с привода людей. То есть схема традиционной просто финансовой пирамиды. То есть вам платят за виртуальные пакеты, которых реально я не вижу, и мы не можем ими воспользоваться. То есть они на английском языке, как я поняла. Ну, как бы они мне постольку, поскольку и так далее. Значит, это просто прикрытие. По сути дела, вам выплачивают просто с людей, за привод людей. Ну, на такой вопрос ответ тоже есть. Почему? Потому что ведь, скажите, пожалуйста, услуга, любая услуга, ее поддержать нельзя. Поддержать можно только ручку, да, купив в магазине ее. А вот любая услуга. Я работала много лет на предприятии, которое оказывало услугу по ремонту автомобильных кранов. Я там была замдиректора. Скажите, пожалуйста, ее эту услугу можно поддержать? Ну, можно только увидеть, как это делают рабочие, да? Как они это делают, как они приводят тот или другой кран в состояние рабочее. Это услуга. Она нематериальна, но она же оказана. Вот таким же образом и у нас с вами. Скажите, пожалуйста, ну у нас же сейчас есть путешествие. Это есть? Есть. Да, корона.
пока мы сидим дома, пока мы не можем уехать. Но мы можем рядом заказать гостиницу, куда-то вот как мы выехали, пожалуйста, можно, вот Сергей сейчас поехал. Наверняка все гостиницы заказаны уже через наше приложение. Потому что даже Россия вся наша, она есть в этом приложении. Об этом вот Наташа рассказывала, понимаете? Поэтому можно говорить о том, что игровые платформы, мы в них не играем, но другие-то и в них играют, это же тоже услуга. Она есть в интернете? Есть в интернете. Дело в том, что правильно Оля сказала, не все понимают, что такое биткоин. Даже вчера на презентации, вот, которая была вечером, да, человек сказал, а что это такое? Что такое биткоин? Она вообще не знает, что такое биткоин. Пойми, Дима, встречаются те люди, которые вообще не понимают, что такое в интернете какие-то определенные услуги, которые предоставляет именно интернет. Вот этим людям нужно рассказывать сначала. От А до Я. Мы с Олей вот на эту тему разговаривали. Он говорит, Люба, ну не могу повторять одно и то же каждый раз. А здесь приходится это делать. Почему? Потому что каждый раз к тебе приходит новый партнер, который вообще может, он не умеет даже смартфоном пользоваться. И, значит, его нужно что сделать? Научить. Познакомиться с биткоином, познакомить с платежными системами, потому что многие этого не знают. Да, я с 2009 года в интернете, еще не так много, всего лишь 11 лет, но вот я тогда начала, как бы говоря, где-то когда-то я даже биткоин покупала, но потеряла, не записала, может быть, была бы сейчас уже богатой, потому что я знакома с ним, вот как Оля говорит, 11 лет, на тот момент как раз вышла в интернет, и как раз вот была эта покупка, понимаешь? Вот. Поэтому у каждого все по-разному. Не знаю, ответила на вопрос или нет. Извините, да, пожалуйста, у меня вопрос к вам, который у меня очень сильно созрел. Да. Потому что я все время сталкиваюсь, во-первых, всем здравствуйте. Я все время сталкивалась с таким вопросом, где ваш товар? И когда я очень получала много таких вопросов, у меня просто пришел ответ на эту тему, что мой товар и ваш будет товар для человека, который войдет в компанию Краудван, это посреднические услуги. Можно вот так сформулировать ответ на вопрос, а что у вас за товар? Когда мне отвечают, посреднические услуги. Да, в принципе, правильно вы отвечаете. Почему? Потому что ну, на том же Uber, да, на том же Booking.com они не владеют ни гостиницами, ничем не владеют, но перепродают. Вот, пожалуйста. И на марже живут, а почему нет? Потом у меня еще один вопрос. Вот все говорят про Live Trends. Говорят о том, что можно ссылки давать, о том, что вы можете работать. Но как работать? Я вчера зашла на Live Trends, я не нашла там свою ссылку. Может быть, я некомпетентна и неграмотна еще в этом вопросе? Нет, я вам скажу так, ссылок у нас еще пока нет, Ланочка. Они появятся немножечко позже. Сейчас, на данный момент, регистрация на нашем Live Trends может только быть наших партнеров, которых мы регистрируем. Вот новеньких можете регистрировать сразу же на Live Trends. Вот я вчера зашла в Instagram и увидела как раз у нашего Йохана, что за этот период, я сфотографировала, но куда-то фотография делалась, хотела сегодня Оле отослать. За этот период 2 200 000 зарегистрированных партнеров в Live Trends за вот такой маленький период. Поймите, даже не все 7 миллионов там зарегистрировались, а всего лишь 2 200 000. Мне это понятно. А где происходит регистрация в Live Trends? Только через ваш кабинет, через вот эту картинку, которая у вас на первом экране. Хорошо. Там до сих пор есть клик Хэри. Только вы не получаете уже бесплатных билетов никаких. Я поняла. Я прошла через эту картинку. Я кликнула на нее, но у меня нету моей ссылки в Live Trends. Ее пока не будет, я же сказала вам. Пока подготавливайте тех людей, которые бы хотели поехать по туризму
через нашу ссылку. Вот я сама разговариваю со своими знакомыми, говорю, что у меня появилась такая возможность, вы можете поехать не через Booking.com, а через американскую компанию туристическую. Они: ой, Любаш, хорошо, обязательно скидывай, когда у вас появятся ссылки. Ладно, их еще нету, они будут. Об этом говорил Сергей. Он говорил, что примерно через 60 дней они сделают нам и дадут ссылки уже. А как тогда эти люди, 2 миллиона 200 человек, зарегистрированы в LiveTrends? Через они зарегистрированы через подарочные пакеты, через наши приглашения, как все, партнеры. Теперь все ясно, теперь все ясно. Благодарю вас, Оля. Вы также можете превратить этого человека в своего партнера. За 99 евро он будет вашим партнером и в то же время будет пользоваться LiveTrends. Давайте еще вопросы. О, даже Олег Марцинюк здесь. Вот он наверняка что-нибудь может подсказать нам. Олег, добрый день, доброе утро. Всем доброе утро. Я просто побежал так с утра, будильник ставил себе, думаю, надо это. Нет, все хорошо. Мы рады, что ты нас слушаешь. Все хорошо, мне все нравится, прям вопросы такие по делу. В общем, я просто так мельком благодарю. Хорошо, спасибо большое, что присутствуешь, спасибо. Ну, вопросов, похоже, нет. Оленька, ты здесь? Мы тогда заканчиваем. Спасибо, Олег. Да, Оля куда-то у нас убежала. Я у меня вопроса нету. Можно сказать? Давай. Да. Да, да, у меня вопроса нету, я хотела просто поблагодарить за сегодняшнюю встречу, за то, что вы с нами поделились своей историей. Спасибо вам, спасибо Оле, что вас пригласила, спасибо огромное. Да, Надежда, спасибо, вам удачи. Да, спасибо. Угу. Элла, что вы хотите? Что, ребят? Любаш, благодарю, было очень интересно. Да, спасибо, полезно. Спасибо вам всем. Ну, спасибо все, большое. Хорошо, выслушал. Давайте регистрировать. Сегодня у нас последний день. Да, у нас впереди целый день. Мы готовы. Целый день впереди. В 19 часов мы с Олегом работаем презентацию, поэтому наша задача на презентацию прийти не одним, а с большим количеством потенциальных партнеров. Да? И за сегодняшний день тоже отработать так, чтобы другим людям тоже было хорошо. Поймите простую вещь, что заходя сейчас на 99 евро, люди получают долей прав владения прибылью на 300 евро. Это такой главный движ, да? Ну а если дальше раскручивать наш клубочек, там тоже появляется очень-очень много интересных случаев. Да, Любовь? Да, да, все правильно. Благодарю тебя. Спасибо всем. Да, ну, спасибо. Благодарю. Спасибо большое. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Благодарна за шикарный рассказ и шикарную презентацию. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю. Благодарю. Всем вам удачи, здоровья, любви.